вас, конечно, больная тема Бузова у всех. Слушайте, каждый имеет право на самовыражение. И когда у человека есть такой заряд вообще энергии, заряд желания, в первую очередь, заряд какой-то искры, да, то есть, ну почему нет? Ну ведь может же, вы знаете, но мне же тоже, когда я появилась, ну, как сказать, никто не поверил, никто, все меня в штыки приняли, и все, я ее прекрасно понимаю, что ну пусть на вкус и цвет, сами понимаете, особенно на артиста. Кто-то любит классику, кто-то любит R&B, кто-то любит, не знаю, рок. И поэтому очень хорошо, что появился такой персонаж, такой человек, такая артистка, которая действительно, которой есть свои последователи, свои адепты.